Так, водичка еще припала прям сильно. И там, где клевало, уже кто-то окопался. Хотя... Если учитывать, что я с камня фигачу. Ну, сильно вода упала. Блин, надо было сапоги брать. Здрасте. Как успехи? Я так давно хотел с вами увидеться. Я на вас да? Подписан просто. Ну вот и встретились. Я сегодня на рыбалку прихожу. Когда уже я вас увижу. Да я через день тут лазю. Через день? Почти, да. Я живу рядом. Рядом живете? Недавно ваш ролик смотрел. Я помню, ни одного вашего ролика не пропустил. Серьезно. Что посоветуете новичку? Ходить, ловить. А так что, вообще тишина, да, была? Да. Ну, сейчас ничего не клюет. Даже ни тычка, ни рывка. Я подошел, встал сюда. Через пару минут подошли вы. А, я только подошел. Понятно. На парковочное место еле нашел. Сейчас, скорее всего, надо будет по берегу идти мы. О, нифига себе. Появился налимчик. Что-то рано еще, вода теплая. Ловят. Малька, наверное. Надо в ту сторону чесать. Фанат там где-то остался. О, ты кто, блин? Так, вот на джек-головке ничего не клюет, блин. Поставил микроблесна. Сейчас пойду в обратную сторону. Вон фанат идет, по-моему. Куда-то окунь уплыл. Или еще не пришел. Ну как? Я только это, плотвичку одну поймал, блин. Вот, что, на посадишь, нет? Нифига себе, крючок. Сейчас. Это что, я окунька, короче, маленькая только поймал. На берег-то что, она такая вот сошла. А, ну такой и мне попался. Такой же. И вот сейчас плотвичка тут одна. А что все равно ходить, блин? Надо же найти, где рыба. Сейчас пойду туда. Ну, под баржу и дальше туда, в ту сторону. Что-то здесь вообще так себе. Вот что с тобой, да, сидит? Ну да. Неа! А вы кого ловите? Да никого. Ничего же не ловится. Делаем вид, как что рыбачить. Да, вот поймалась. Это кто? Ой, и клейка. Ну вот, значит, уклейка теперь ловится. Так, ну мелко уклейка, это, конечно, прикольно. Уклейку сейчас поймали. Опустил. Смотри, какой. Ну, хотелось бы крупного чего-то. Смотри, нет, что? Тебе отдавать нам маленькую рыбу. Вам нужна? Да, было бы что отдавать, это вот вторая за 15 минут.
Тогда было покрупнее. Не клёвный сегодня день. Малыши прям по дереву. О, да, да мелочь она вон и за этим ходит. О, это покрупнее. Малыка? Да. Че, вы ее кушать будете? Нет, конечно, тут нельзя есть. Опа, блин. Опять не поем. А ты в речке спала с ним? Нет. Да ладно, она почти чистая. Уклейка легендарная рыба. Она всегда вам будет попадать. Пока крупные рыбы не будут. Тимур, вот где много ракушек. Да, мальки ходят. Ты хотел рыбу? Нет. Нет. О, давай куда-нибудь положим. Пойдем маме покажем. Они вон и за блесной гоняются. Так, ну там, где мелочь долбит в блесну, должен же быть и хороший окунь. Да я, у меня блесна маленькая. Он уклейка клюет на блесну. Сами делаете тоже? Да. Ну сейчас еще здесь этот жиголовку побольше поставлю, подальше покидаю. Может, он не один был? Может, будет еще? Опа. А тут судачок. Сейчас покажу, или что они его в бутылку будут пихать. Вы его только отпустите. Судачок! А? 1,2. Опа! Еще была поклевка. Так, ну походу надо вот эту полянку окучивать. Тут окунь ползает. Короче, надо вот эту акваторию сейчас с фанатом пробивать. Кто-то тут валька гоняет активно. Там в траве все, надо быстренько сейчас за мужиком проверить, что есть. И вот в этот залив идти там. Какой? Ну вот где мы сейчас были, вот этот вот заливчик. Там, ну, а там явно окунь гоняет малька. Там просто надо сейчас приманки будут подобрать, наверное, что-нибудь легкое. Но окунь, скорее всего, небольшой, там мелк. Там как это же? Ага, мы в курсе. Ну
Но тут яма начинается. Надо, может, в траве быть, блин. Что вообще травы до хренища. Что, трава? О, даже целое дерево. Есть контакт. Ага. Сейчас еще вот три. Есть. Вот это уже окунь. Сейчас что-то не видно, но если вот приглядишься, хотя не знаю, тебя может солнце светит. Вот это вот место интересное, видишь, тут течение в обратную сторону крутится. Вот если вот сейчас вот здесь приглядишься, тут малек выпрыгивает, окунь его гоняет. Вот тут можно ловить тоже. Вот тут и вот получается вот там пролив. Там мелочь, к слову сказать. Не факт, конечно, что здесь стая будет, хотя черт его знает. Ну вот, думаю, что да. Вот только что выпрыгнул тоже малек. Вот здесь. Он прям, смотри, его прям выгоняет он. Поймал? Вот.
Ну вот там, где раньше был, нету. Вот сейчас сюда пришел кушать мне. А? Не, так я отпускаю. Ну, чуть побольше, если можно забрать. Это дома уже полный холодильник, уже отбирать надо. Че, сколько мы? Часа 2.5 ходили, считай. Что-то поймать, да, нормально? Более-менее. У них смена, блин. Окунь прекращает клевать, потом судак выходит. Знать бы, что такая фигня, можно было сразу сюда припереться. Хер ли делать? Дрыгается как окунь. О, ха-ха, лещ. На какую-нибудь танточку попался. Да, но они на нее бывает залетают. Кидай. Рыба от подписчика. Я бабуле поеду в гости, скажу, тебе рыба от зрителя. Как камера включится, контент уплывет. Ну вот сейчас мелкий судачок вылез, он сейчас будет и мелкий, и крупный. На лесенке, если встать в ту сторону, покидать, тоже, блин, место перспективное. Где? Ну вот где лодка паркуется. Там же лесенка, там водомерный пост. И вот в сторону кораблей. О! Еще одна поклевка. Все, давай. Фонарик сейчас на лоб одеваем и ловим судака. Пошло, поехал, да? Да. А так примерно вот всегда окунь, потом если есть, потом перерывчик, и минут 40-часик и судачок. О! Круиз подъехал, блин. Че, все по матрешкам, блин? На работу, блин? Давай телефонами обменяемся хоть. Если что, это предложения будут, пиши, звони.